Послушайте, друзья. Жители Латвии сейчас ищут объяснение тому, что произошло во время проповеди в одной из церквей. В момент, когда пастырь заговорил о том, можно ли простить приказ убить другого человека, потолок здания вспыхнул. Павелес ноголинат. Сатанисты, смотрите на них. Прославляют Украину. Пожар удалось вовремя потушить, никто не пострадал. Бог с Россией, господа. С ними сатана.